Добрый день, друзья! Мы находимся на замечательном мероприятии под названием Happy Dance 2015. Что самое важное в подготовке к такому турниру? Тренироваться, отрабатывать технику, эмоции. Тяжело ли вообще вот так продвигать своих детей в сфере бальных танцев? Нет, но если есть желание, никаких проблем нет. С каких лет лучше начинать заниматься? Вот, с каких ребенка отдавать на бальные танцы? Ну, все, конечно же, зависит от самого ребенка и родителей, но я думаю, оптимальный возраст – это 6-7 лет. Почему вы именно в бальных танцах, не в каком-то там суперсовременном стиле, может быть, там, а вот именно в бальных? Душа потянулась. Да как-то интересно. Потому что сейчас все помешаны на хип-хопе. Да, это классно, это интересно. Но, как говорится, на вкус и цвет, приятель нет, душа приложилась к спортивным бальным танцам. Главное выкладываться на всю силу и танцевать в кайф. Бальные танцы для меня есть в моей жизни. Какой твой любимый стиль танца? Самбо. Почему? Ну, потому что она энергичная. Десятка. И десятка. Это и латина, и стандарт. Как бы отдельно 5 танцев латина, отдельно 5 танцев стандарта. То есть... Такой сразу скинул накидку. Кто сложнее? Латина, потому что стандарт. Нужна латина. Так, ну, давайте я так. Почему латина? Потому что... Там надо скручивать бедра, там поворачивать акценты и так далее. А в стандарте поставил позицию, ну и танцуешь ногами. В каждой программе есть свои сложности, свои трудности. Вот вы воспринимаете всех остальных как соперников? Или тут все-таки более дружественная атмосфера? Ну вот когда мы танцуем со своими одноклубцами, мы наоборот друг друга болеем. Мы все друзья, одна большая семья. А что вы скажете про уровень Happy Dance? Он растет. Мне очень нравится, какой он в этом году. Турнир он нам дает больше умений танцевать, и он очень интересен. Мы здесь пробуем себя, мы показываем, на что мы способны. Идешь по улице, видишь все хмурое. Заходишь сюда и просто разные цвета, радость, эмоции. У нас была идея сделать его праздником, фестивалем. Максимально заполнить подарками и спонсорской поддержкой. Тяжело ли участвовать в таком турнире? Очень тяжело. Потому что очень много сильных пар. К чему стремишься? Стать чемпионкой. Чемпионка России, чемпионка мира. Чемпионка мира. И вот мы видим, что наши участницы профессионально подходят к подготовке к турниру. Не только в плане подготовки танцевальной, но и в плане внешнего образа. Кто помогал тебе придумать такое платье? Мама. Когда ты выбираешь костюм, ты смотришь, что идет тебе, что выигрышно. Мама сама шила или покупала где-то? А вы шили, да, сами? Замечательно. Как справиться с волнением перед выступлением? Ну, это сложно. У каждого свои подходы на самом деле. Кто-то концентрируется на паре, кто-то концентрируется на музыке, допустим. Я чувствовал страх, что вот ничего не получится. Вот, и все получилось. Такой вопрос. Вот как вы оцениваете самых маленьких и самых старших? Одинаковые ли критерии по оценке выступлений?
Ну, критерии одинаковые, естественно, они всегда одинаковые. Просто чем выше уровень танцора, тем осмысленнее его танец и легче его судить. Сейчас нам дали всероссийский турнир, открытый всероссийский рейтинговый турнир, на котором мы провели группу молодежи. Это ребята до 21 возраста и взрослые, это после 21. То есть для нас это большой шаг. Я надеюсь, что это не конечная точка, а только начало. Ну что ж, друзья, вот такой он был. Happy Dance 2015. Меня зовут Василий Жиленко. Я получил несказанное удовольствие, когда смотрел на выступления участников, особенно самых маленьких, которые танцуют не хуже взрослых. Я с нетерпением буду ждать следующего турнира. Надеюсь, вы тоже. Еще увидимся.